В Петропавловске произошло ДТП со смертельным исходом. Легковой автомобиль врезался в светофор. Авария произошла ночью 19 сентября на пересечении улиц Жамбыла и Конституции Казахстана. По информации управления полиции города Петропавловск, около 3:40 водитель автомобиля Toyota Avensis не справился с рулевым управлением. Двое пассажиров были госпитализированы в областную больницу, где один из них скончался. Согласно полицейскому акту, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований по части 5 статьи 346 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Водитель задержан в рамках статьи 128 Уголовно-процессуального кодекса РК и водворен в изолятор временного содержания.